Так, в игровых комнатах дошкольных учреждений отметка термометра должна находиться не ниже плюс 20-24 градусов. В спальнях может быть чуть прохладнее, плюс 18, плюс 24. В кабинетах и помещениях школ и вузов необходимо поддерживать температуру от 18 до 24 градусов. В палатах лечебных и профилактических заведений столбики термометров должны достигать отметки плюс 20-26 градусов. В комнатах по обслуживанию пожилых и людей с ограничениями по здоровью плюс 23-25 градусов. Ведомство напомнило, что за температурным режимом обязаны следить руководители хозяйствующих субъектов. Проверки следует проводить каждый день.